Так, здрасте всем. Мы начинаем. Сегодня у нас стрим с Гаудишком. Его, конечно, не очень много, но оно есть. Оно есть, и вы можете его выиграть. Вы спросите, как? Все очень просто и банально. Я так подумал, зачем изобретать велосипед, если все уже есть? Можно чуть-чуть переделать на свой лад, и будет все в ажуре. Итак, суть нашего стрима сегодня – охота на меня, любимого моего. Меня, в общем. Сейчас я тут... Стримик не то что-то. Чё это? Ну? А, да, все в порядке. Там чуть-чуть подрежу. Пролезло чуть-чуть... изображение, так сказать. В тесте какое? В тесте еще нет ничего. Так, на чем я остановился? А, да. Стрим. Во время стрима можно выиграть золото. Как? Просто я создам каналчик в игре. Вы увидите название. Продиктую название, чтобы вы его успешно нашли и зашли в него. Там будет отсчет. Если вы правильно по отсчету зашли в бой и попали во вражескую команду, то есть против меня, и вы, если меня убиваете тараном, выстрелом, тимкил не дает ничего вам, только может вас забанить и все. В общем, меня убиваете, получаете 300 голды. Начисляется оно, можно сказать, буквально день-два, и будет у вас голда уже. Потому что я вожу из своего кармана вам голду на аккаунт. То есть это быстро и безболезненно для вас. В общем, меня убиваете, получаете голду. За моих совзводников ничего не получаете. Их можете убивать сразу же, не задумываясь. Так, друзья. Сейчас тут все в порядке. Вы меня слышите. Давайте поприветствуем наших зрителей. Со мной сегодня Влад. Еще один Влад. И Андрей, да? Привет всем, я Влад. Всем здорово, я Андрей. Фух, слава богу. В общем, вы, наверное, уже знаете их. Вчера мы с ними тоже гоняли, но они вчера были слегка молчаливые, стеснялись, были пьяные и все такое. Ну, сегодня, надеюсь, они будут меня поддерживать и будем рассуждать на здравые и приятные темы. Итак, все, сейчас я окошко быстренько позакрываю ненужные. Так, стрим идет, сейчас проверим. Да, стрим идет, народу. Да, привет всем, ребята. Народу, конечно, не очень много, но ничего, хоть что-то есть. Так. Так, тут все в порядке. Сначала мы прокатимся. На чем мы прокатимся? Давай на СТ-шках. Что-то хочу 50-очку выгулять. Сейчас я каналчик как раз создам, пока мои совзводники берут технику. Канал будет банально называться Просто Фан. Пожалуйста, каналчик создан. Создатель Нескин. Нижнее подчеркивание ру. Заходим, там будет отсчет. Отсчет будет считать у нас Razer. Я буду жать на кнопочку. Я... А, не, подожди, наоборот получается, да. Уже. Да, да, то есть да, отсчет, да, буду я делать, а вы будете успешно нажимать в кнопочку в бой по окончанию этого отсчета. Если вам повезет, вы попадете в бой с нами и будет у вас возможность выиграть голду. Но если вы, конечно, будете в команде противников. Канал называется, повторюсь, Просто Фан. Можете на стриме увидеть, то есть название, если я как-то не так выговариваю, как вам хочется. В общем, заходим туда. Там все. Сейчас проверим качество стрима.
Я сейчас стримлю в Full HD 1080p. Если у кого-то какие-то лаги, ребята, делайте пониже качество, там 720, 360, 480, как хотите. Но я так вижу, что 1080p отлично идет. Вроде дропов нет. Хоть даже и тестовый сервер. Ничего не заметно такого болезненного. Так. Что, есть народ? Есть народ. Лезет уже потихонечку. Красавцы, молодцы. Так, сейчас. Когда начнем? А сейчас мы и начнем даже. Чего тянуть кота за некоторые места? Так, я даю отсчет с 5 до 1. На единицу нажимаем. Именно на единицу. Так, ребята, сейчас проверим опять. Так, тут порядки. Стрим идет. Дропов нет. Все видно. Так, ну, все, начинаем. Так, все, в бой пошли. Если вы попали к нам во стрим, пожалуйста, жмите плюсик в чате. Кстати, мы не уточнили, какой режим боев будет. Если не ошибаюсь, то только стандарт. Ну, сейчас я проверю. То есть, ничего страшного, один бой можно как-то и так. То у меня, по идее, должны быть только стандарты. У меня тоже. А, не, подожди, это у тебя вообще-то мы должны спрашивать. Да, да. А то... У меня стандарты. Чё-то на меня наехал такой, смотри, блин. Так, кстати, ну, кстати, ребята, видим мы карту, ну, как бы новую, то есть перепиленную сверху донизу, как она у нас называется, Тихий берег, о. Так, карта, помню, в былые времена вообще жирная такая была, задорная, там, прикольная, все такое. Так, я так понял, никто с нами не попал, то есть плюсиков ни одного не вижу. Плохо, плохо, ребята. Сейчас, да, проверим, конечно же, насчет режимов. Если что, голду буду требовать с него. А горы нет уже, блин. А, не, есть чуть-чуть там. Да, чуть-чуть горы есть. А, вот тут здоровую такую большую сделали. Прыгнуть бы оттуда, да? К вам вопрос. Кстати, как вам эта карта по-новому? Раньше тут было постоянное стоялово, а теперь вам как? Ну, мне, например, пока что никак. Просто это, можно сказать, первый раз, когда я на ней появился. То есть я запинаюсь. В общем, у меня еще мнения нет насчет этой карты. Немец, мой экипаж тоже так думает. О, меня не пробили, неприятно так, когда не пробивают. Меня тоже уже два раза не пробили, поэтому... Но все-таки хорошие. Все-таки танк уже этот Е50М. Блин, не ну знаю, тут мне хорошо, стоять но... вообще не нужно, я так понял, где я сейчас стою. Потому что мне приходится выезжать полностью, чтобы там, не знаю, по кому-то хоть гуслю сбить. Кстати, с нормальными прицелами уже, которые ставятся, есть возможность ставить моды. На гусеницу. Лучше играть. Да, мне тоже уже. Ну, надо найти... Вот у меня Т-57 Heavy не может пробить с 400 метров ни в как. То есть он весь барабан у меня высадил и не пробил ни разу. Вот, еще раз пошло. Не пробитие. В общем, Е-50, я так понял, танк, который... Качать нужно 100%. Потому что он в топе, вот этот топовый именно танк. Он действительно чувствуется, что это топ-танк. И он гнет. Блин, движок кританули. Возможно, что этот танк даже станет имбой на 10 уровне из-за стешек. И дай бог. Конечно, чтобы не нерфили ее. Просто куда ж уже нерфить немцев. Так, топовый танк. Но если так и оставить, дай бог там на пару патчей, то танк будет вообще, то есть, самым популярным. СТ-шка, то есть, самая имбовая СТ-шка точно будет. Сейчас я бачата попробую чуть-чуть накинуть. Не, я сейчас вообще упаду. А, не, давай упаду.
Блин, гусеница. Не пробил голдой бачата в задницу. Очень частое. Бывает действительно такое. Все-таки голда не идеально. Ну да. Это вам не термоядерный снаряд, чтоб он, я не знаю, как при выстреле должен все и всех. Вот я сейчас не пробил бочина 131. Ой, 121. Да нет, тут мне кажется, поприятнее стало. Просто тут посередине было раньше озеро, а ну тут, походу, уже осушили его. Тут его нет. Не, мне карта пока что. Да, намного. Да. Мне пока нравится даже. О, даже мост есть! Тут и даже мостом прокатиться. Да, можно. Да, тут даже свой мост есть. Тут, я не знаю, только борделя не хватает, и все. А так все есть. Да, карта преобразилась. По сравнению с тем, что было раньше, это сейчас просто великолепно. Очень даже. Полностью согласен и безоговорочно капитулируюсь, в общем. Фу, блин. Все, меня тут взяли. Я провтыкал. Текать. О, меня и сзади долбят. Жди, сейчас приеду на помощь к вам. Ох ты, все, отвоевался. Все, меня словили. Мне только что 268 не пробил в лоб. Вот вам и доказательство, то что танк имба. Что он может тянуть неистово просто. Ну вот и победа как бы. Ну я конечно не стрелял, наверное, 1002 только дамага. И... Стальная стена даже получил. Снайпер, стрелок. Ну сейчас посмотрим, сколько я скушал дамага. Я поддержку. Ну я даже посветил неплохо так. Ого, по моему засвету там сколько ушло. Ну. Да, я 3000 настрелял. Потенциальный полученный урон 6300. Съел. Потом по моим разведанным 2300 дамага и я 3000 еще настрелял. Очень-очень такой приятный бой. Значит, определяемся, что только стандартный бой. Да, только стандартный ставь. Он и стоит. Только стандартный стоит, да? Да. Ну, все, сейчас посмотрим, что там у нас в чате. Все просят, чтобы слух. Ребята, я с радостью, ну просто задержка. Я даже... У себя выставил там, не знаю, чуть ли не минимальную задержку, там, секунда. Но плюс еще же задержка идет от меня, например, да, к серверу. Потом от сервера идет к еще большому серверу, дата-центру. Потом с дата-центра идет вообще там чуть ли не на эту, блин, энергостанцию. Тоже больших размеров сеть, так сказать. А потом с этой сети уже идет... На YouTube, а у YouTube еще свои сервера. Хотя скорость сейчас же бешеная идет, то есть между... То есть по оптоволоконным сетям, там, я не знаю, сотнями гигабит скачет. Ну просто оно ж задержка плюс дополнительная там секунд 5 идет. Которую я никак не могу изменить и там как-то на нее повлиять. Так, ребятки, не забываем подписываться на мой каналчик. Мне приятно, вам почти не затруднительно. Также, как видите, есть слева рекламка прекрасной группы, которая пиарит, так сказать, мой каналчик. Также есть еще одна группка, тоже неплохая, у которой есть хороший сайт, на котором стримы идут круглосуточно и на различных каналах. То есть такая мини-телевизионная передача. В общем, все хорошо. Мы продолжаем. Так, сейчас вопросов пока нет в чате. Так, тут в порядке. Сейчас. На чем мы поедем? На ПТСАУ 10 уровня. На ПТСАУ хочешь? Ну давай. Давайте скатаемся, да? Да, давай.
10 уровень, ПТшки, то есть вам нужно примерно брать ТТ, СТ 10 уровня, чтобы попасть к нам. Так, 10. Блин. Хе. Винегрет у нас. Ну, неплохо, то есть я дамажу, ты кушаешь дамаха, 268, я не знаю, тылы прикрывает. Ну так, сейчас смотрим, что тут. Нет, тут все в порядке, народу, конечно, почему-то очень мало, очень мало. Намного-намного хуже, чем вчера. Ну да ладно. Не хотят голды, так как хотят. Так, даю отчет. Все. И сразу же в бой. Так, ребята, кто попадает с нами во стрим, то есть в бой, за противников или за наших, ставьте плюсик. Надеюсь, хоть кто-то сегодня попадет к нам. Задержка, я точно не знаю. О, Паттон написал. О, ну видите, вот Паттон, есть шансы, я на ватной ПТшке, которую можно, я не знаю, разобрать без проблем на любом танке 8-го, даже 7-го уровня. Конечно, задержка хорошо идет, потому что, чтоб не палили, где я нахожусь. О, еще один. Гоголду. Кстати, как тебе эта БТСАУ британская? Мне на тесте, сколько это, второй раз, можно сказать, гоняю на тесте, то есть на 0.87. Я поиграл чуть-чуть на ней, и мне она очень понравилась. Тогда еще, когда она не нерфленная была, и у нее было этими кумулятивами пробитие там 300. Да, я вижу, ребята, что вы со стрима, красавцы. Ох, тут чувствую, больно будет. Мы тут только с семеркой. Ну ничего. Разберемся. Нас тут уже вовсю светят на нашей стороне. Разбирают потихоньку. 57 хэви слеп. А, не попал я во рту. Снаряд с земли ушел. Может быть, может быть. О, подпалил. Как хорошо горит. Ну, скорее полностью. Блин. Ну, сгорит, думаю. Нет. Быстро ж ты отыгрался. Привык на яге там стоять с хорошей маскировкой, что-то габариты свои не оценил, так сказать. А что, ты слился уже? А, да. Ну ты же дно. Да. Че я тут? Да, че я, конечно, удивляюсь? Нище еще какое. Сижу тут, отбиваюсь от ЕСОТок, они меня голдой не пробивают. Неплохая броня все-таки у 268-го. А мне говорили, какой он блин. То есть я говорю, это самая, можно сказать, лучшая ПТшка на своем уровне. Ну, мне чем-то не понравился 268-й. Не знаю чем. Но что-то он некомфортно в нем играть. Я так понял, только я два фрага дал, еще кто-то там кого-то убил, и все. Больше никто не играет, как бы. Нет. Я КД. Только начало боя. А, ну тут что, долго играют, да? Конечно, эта карта такая долгая. Тут так непривычно. Мне кажется, нет, 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 Т 57 хэви, нет. Все. Вообще отлично держит удары.
Закройте нас. Кого закрыть? Да вон эти 62-ка не могут прикрыть. Ну он ФВшку кусай. Хорошо, пацанул. Да, неплохо. Тащите давайте, в общем. Не тупите, а тащите. Ребят, не забываем подписываться. Это очень нужное и обязательное дело. Довольно приятное. И все такое, все такое. Яга Есто не пробила. Вот это подарок. Вот что означает щучий нос. То, что на дальних дистанциях сложно пробить. Это же хорошо. Это великолепно. Ну я например, качаю ее. 268, у меня 704 есть. Я давно, конечно, его... Тоже выкачиваю, стараюсь. Да, да. Сейчас. Исуху хочу приобрести себе. Посмотреть, что за аппарат. Так. Ох, не добил я его. Ох, все, Есто красавец вообще. Убился от собственного веса. Да. И вправду. Так, нужно было, наверное, мне кажется, релизить то, что стрим будет где-то за час до стрима. Потому что, я не знаю, то есть, где люди, где они сидят, что они там делают. Вроде ж никто больше не стримит из таких, из известных. А ну? Не. Вроде и воскресенье. Все должны отдыхать. Ну да, то есть лентяйничать. 8 человек смотрит. Ну... А, вы слились в днище. А, поехали дальше. Ой, не ту кнопку нашел. О, опять какой-то противник разбился. Да, Т-54, ребята, зверь. Так, что у нас тут? Сейчас стрим отлично, говорите, как там глючить, не глючить. О, я косу смерти получил у бронебойщика. А, вы дни счастливились. Ну, извиняйте, как бы, ребята, чтоб вы не палили меня, где я нахожусь. Была выставлена небольшая задержка, плюс еще ж, я ж рассказывал, как идет задержка стандартная. От сервера к серверу. Так, а берем мы мелкое. Давайте возьмем. Я ВК-шку возьму. Истинного ТТ 6 уровня. Так, сейчас пишу. 59-16, это как бы свет. Шестой уровень. Чё стоять? Обосной. Звездочки пишут. Тут считают еще время задержки. О, какие вы жадные вообще. То есть, я тут такой человек с такой большой доброй душой, а вы вот такой вот. Какой нафиг бой? Не пойму. Все, стартуем 6 уровень. 5, 4, 3. 2, 1. Хм. А раньше быстро закидывало. Что-то не то чувствую будет сейчас. И
Мегаэпичный бой. Не? Не. А. Надеюсь, нам ВБР поможет в топ попасть. Не пойму. Нет, ты будешь сейчас вешать от десятых левелов. Да? Да. А-а-а! А, не, восьмые. Восьмые, да. А, можно успокоиться. Я на гауде, можно там кого-то, не знаю, куда-то пробить, что ли. Попытаться хоть. Три шестерки всего мы. Так, ребята, молодцы, которые подписываются. Если вы будете даже заходить иногда на мой каналчик, это вообще будет жир. Собираюсь, у меня, не знаю, там, подписчиков 500 или даже 1000, там, будет тоже подобный стрим, но там голды, я уверен, будет намного больше. Потому что я не буду обедать в школе, буду слаживать и насобираю вам голды. О, плюс Е25, блин, это же зараза такая, хер увидишь. Да, сейчас всех покарает. Да, а я ж медленный такой, блин, вообще корыто. Так, кто попал в стрим, пишите плюсик в чате. Просто не у всех видел. А чё вы взяли? Ёлка. Европейца нужно по заднице ему сейчас надавать. Он меня хочет. Ну ты, ну конечно, ты же задницей стоишь к нему, то есть. Чё бы он тебе не хотел? Нет, меня кто-то другой тут захотел. Е25 утопился. А, наш. Ха, он мне не пробил в задницу. Е25, который ставил плюсик, утопился. Правильно сделал. Ну, я сожалею. Я бы с радостью ему бы кинул 300 голды, если бы он меня убил бы. Или хотя бы... Блин, у меня умер этот капитан. А полечить нечем. О! Да ё-моё. Чё, ваншоты что ли? Нет, ты 71. И ещё какой-то там нищенский танк. Да там восьмерки стоят и дробят нас. А ты все на своей недопантере. Ну, да тут пострелять можно. Пушка вообще неплохая. Блин, а я слепой теперь на весь бой. Ну чё, пострелял? Ну, как бы меня не слышали, это главное. Да. Я не надеялся на такой выход. Ну, как-то скучно, не весело. Чё ли, поехать прорашить там, не знаю, всяких. Можно, можно. А он 44-ка вроде и летит сливаться. Или не? Да? Ой. Ты 71 заснул. Видимо. К школе готовится, что делать? Ну, мне кажется, очередной слив. Конечно, да, не уверен, но... 50 на 50, можем выдержать. Ну, блин, у меня жаль, что кританутый кэп, я слепой, как задница.
Озвучка, конечно, национальная внесла некоторые коррективы. Ну, не коррективы, а, то есть, приятная нотка, так сказать. Да-да-да. Звуковая. О, там сейчас приедет нас 416-й убивать. Сейчас покараем его. Угу. Нашему помочь просто. Вообще, блин, стрельну как-то под него. Опять! Вообще, блин, ужас. Говорил же, покараем его. Так ты его покарал, я даже не попал по нему. Стреляй ему, знаешь, блин, в корпус, а снаряд тупо сквозь него и в землю. Ну, маленький он, скользкий тип. Рассинхрон какой-то, блин. Ну, в тесте часто бывает. Давай, свети. Ну, вроде победа, у них две ПТшки, у нас ТТшки есть какие-то. Какие-никакие есть. А, не, все, слив. Ну, поехали, будем сейчас, не знаю, истреблять всех. Кто попадется нам. Так, стрим отлично. Кто там, попробуйте на 1080p, как оно идет, то есть хорошо или нет, стрим. Не, ну ПТшки, я так понял, они на базе задефились просто, намертво и все. Но впереди еще, смотри, там Тигр Пэш есть. Тут еще где-то Як Пантер 2 был. Хотя бы подсветить их знать. У тебя... Блин, и не смыться ж никуда тут, не спрятаться. Да уж. Все-таки мы тут вдвоем были. Да. Ну, на шестых уровнях не затащишь. Ну, я на голде был. Мне была возможность затащить. Небольшая, но была. Супер перш спит. Ну, это все, проигрыш 100%. Так, сейчас посмотрим. Оу, еще прям аж на эту добавили меня. Это не ты ли случайно? Я? Конечно, я. Чтобы хоть кто-то смотрел. Может, просто не доползают ленивые люди до поста. Ленивые люди. Так, ну что, давайте дальше. Пока что придется мне голду платить вам. Так, что-то у нас каналчик. Ну, давайте на китайцах теперь. Говорят, что прикольная озвучка. Так, восьмого. А, вы на маленьких? Ну давай на маленьких. Так, шестой уровень, шестой уровень. Пять, четыре, три, два, один. Сейчас будем жестко карать. Да, налево-направо будем карать. Все, стартуем. Ой. Раш по центру. Паузу тут смотрим. Отлично идет, да, на 1080p. О, тюха. Да, да. Смотрел, было нормально.
Да, такой довольно неплохой танчик. То есть за 2-3 секунды с ракет выжимает свой. Да, у него динамика приличная. Пушка стрёмная. КД вообще там 0,3... 1 секунда и 33 секунды. Фу, блин. И сам 1,3. Барабан там. А, барабан! Моментально практически. Сам барабан 8 секунд 44. У меня 9. Ну это просто у меня экипаж тут еще этот, чахуй. Не... Дали бы еще пробитие. Да и так, блин, три таких, я не знаю, там можно загрызть кого-то даже такого серьезного. Ну да. Не знаю, там Т1 какого-то. Пробиваемость с голдой 106. Да уж, на 6 уровне вот у всех, наверное, Чафи лучше. Можно. Да, но я протупил. Да, действительно, китаец есть китаец. Оооо. Очень быстро и очень печально. Да, да. Чё, всех троих? Да, моментально. Ну там один бачат мог бы нас всех троих бы разнести, как нифиг делать. Да. А он походу это и сделал. Ну меня бачат убил. Зато я 50 б спас своим телом. Прикрыл, да? Хоть что-то, да, хорошее за этот бой. Да. Так. Давайте на супер першингах пострадаем чуток. Сейчас я только голду заряжу, а потом... Потому что больше никак на нем играть нельзя. Все, я готов. Ой. А он не хочет у меня... Его нерфят сейчас как раз. Так и вижу, как лобовая броня поднимается. Все восьмые левла. Да? А ну. Да, не хочет. Че, совсем? Да. Так, ну блин. Я хочу. Мышь хочу. Вот такая машинка есть. А, ну да, ты говорил. 10-й уровень. Так, на 1080p отлично идет, это хорошо, мне приятно. Я, слава богу, смог настроить свой компьютер, чтобы он мог стримить на 1080p без глюков, все. Так, ну, давайте отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Наконец-то в топе. Почему да. Это так? Интересно. Наверное, танки хорошие взяли. Так, кто попал, ставим плюсик. Блин. Один попал. Фоч. Ну зачем ты фоча взял? А минус я не знаю. Ё-моё, трое. Фух, слава богу, что я один. То я б не знаю, столько голды пришлось бы платить ребятам. За каждый выстрел просто. Будем тебя оборонять. Куда помчимся-то? Лево, право, центр. Нет, центр опасно. Да, нужно влево, думаешь? Ну там с балкона, думаешь, что тебя кинуть не будут? Плюс арта может ставить там. Да. Можно, я не знаю, задефиться чуть-чуть выше центра. Типа там один смотрит снизу, чтобы никто через этот проценту не проскочил. Ну да, так, типа там. Надо... Ну да, неплохо. А двое будут, типа, нерфить тех, кто будут ехать сюда вниз, на базу нашу. То есть там может даже кого-то достать, те, что лезут аж туда, вокруг горы. Можно будет попробовать. Три арты это вообще опасно. Хоть у нас бы чаты, а не у них.
Но у меня подбой стоит, так что мне арта не так страшна. То же самое. Что она там мне по 300 будет давать? Бог знает сколько. А вот я как-то не тестю подбой. Стараюсь повысить все качества танка. Так, ну ты там сильно не лезь, там где-то и стой. Чтоб, если что, там, не знаю, нырнул назад. Арташ может... Наша арта хорошо работает. Где? 110 и 3 разбирает. Да? Да, неплохо, кстати. Ну, правда, сейчас косит. Блин, какой он же здоровый, этот маус. Ужас просто. Ты еще скажи, знаешь, что я делал прошлым летом. У меня все пусто. Прокачусь я к вам. Там ФВшка у нас стала оборону держать. Стоп! Я пытаюсь тут выцелить ФВшку. А, косая, зараза. А, арта у них там вся, так что можно не бояться арты теперь. Кто там у нас? Офигеть, не пробил. Ну ты выдаешь, еще походу и голдой. Блин. Вот он Е50М наш, который со стрима. Ну-ка. Все. Поиграл? Двигло кританули. Там у тебя еще и 140-й тебе дает. О, еще и горишь плюс. Так, ты там осторожно, 140-й справа. Я буду тех крыть, а ты 140-го. Еще КД я. Тебе и 50М прям так и хочет. Да он меня не получит 100%, он должен, не знаю, мне заваншотить. Но голда, я так понял, на мышке хорошая, у него боезапас безумный, то есть тут 68 снарядов. Не знаю, 3 боя можно стрелять. Бэчата караем потихоньку. Не взорви мне бока, не взорви. Е50, я тебя убиваю, и ты мне должен голду. А, все. Наш ФВ. О, еще и Фоч приехал, нет! Фоч-то может. Да. Мне как раз на его три плюшки ХП и осталось. А он КДш, да? Походу. Все, поиграл, братюня, поиграл. На сортах в ПТ-режиме вообще монстр. Реально. А я бы скатал на бачате, кстати, на арте. Интересно было бы. Я хочу 140-го еще ему по заднице дать. Но я же медленное корыто такое вообще. С горочки на кого-то сейчас бы прыгнуть вот так. На арту, наверное, сейчас нашу попаду. У нас бы чат арта. Против их не арты едет. Давай, вон, приготовься сейчас уже. Боже мой, что это там такое? Так, что, 9 человек? Отлично, смотрят. А!
Ну все. Чего это еще и арту убил? Бронебойщика получил. Че, красавчик. Ну, не получилось мне нафармить, конечно, но. Жарко, конечно, но все же. Я слился специально. Да. Так, ну чё, давайте дальше. А поедем мы на чём мы поедем? На восьмерках мы не поедем. Не пускает, потому что поедем. Да, это обидно. А? О, давайте на этих. Я хочу приятное мгновение еще раз опробовать его. Ну, как раз таки он у меня не работает. А у меня работает что-то. Возьмите что-то. Конечно. А, что там возьмешь, я не знаю. Причуды тут на тестовом сервере. Да, почти. Ничего восьмое не ставится, ничего. Чувак пишет, почти бы убил меня на Маусе, как я был. Почти он меня убил. Давайте на ЕСОТах тогда, все трое. Да, чувак, тебе нужно мне было БК выносить. Однозначно. Чтоб так с одного выстрела и все. Вообще. Ну, я бы ему тогда и 1000 голды дал бы, если бы он не вынес. Без проблем. Так, сейчас. Где я? А я тут вот там сейчас пишу. 10 уровень. 10 уровень. Ой, не. Вот так вот. Да. 10 уровень. 5. 4. 1. Ну, пока. Ох ты. Комарин, ууу. Боже мой. Офигительная карта была. Сколько воды притекло, так сказать, с того времени. Сколько времени так прошло? Там уже много. ФВ тут расцеловал его еще вообще. Все, я теперь в землю стрелять не буду на этой карте. Охоч к нам попал. Вон пишет, мне было вражескую. Ну да, ну. Блин, бачат. Бачат появился. Да, но бачат может доставить неприятности. Так, а куда мы поедем? Поехали на центр. Если что, убивать нас будут, так все сразу. Да уж, там в центре вообще опасная зона. Со всех сторон летит. Ну хотя на ИСОТке можно держать удар. Да не можно, а нужно. Я бы так сказал. Как получится. Голда пробивает сейчас все напролет. Не скажу. Что она пробивает все. Есть такие моменты, что даже. Наш... Договори. Я уже все. Я договорил. Хотел напомнить о первом бою, когда мы на Е50 были и не всех пробивали. А. Ну не знаю, я тогда был на объекте и я всех шил без голды. Блин, я провтыкал. Дергается камера. Ух ты, не пробил его в нижней голдой. О, арташ еще есть, я забыл. Как радуется сатане мой экипаж. Ух, как прямо амбразурой Фоч лезет на противников. Да, он умереть побыстрее хочет. Обижен, что не попал с нами в Вильям. Ох ты, 95-й мне как раз вовремя накинул.
Наша арта мой фраг украл. Хотел 263-го отстреляться. Ого. Боже мой, орёт так мой. Советует мне что-то, я не понимаю ни хрена. Страдает немец. Да, да. Вот именно то, что оно так и есть. Блин, там все за горой стоят, мне ничего не видно. Че, нормально дамаг никому больше не наду? Раз стрельнул, блин, раз пробил только и все. Вон, можно в британца пострелять. Да нет, очень... Там их два британца. Я тут пока полезу, может кого-то выцеплю. Где же батчат? Ну, где-то, я знаю, где-то рядом. Чувствую. Да, он выжидает, выжидает, это точно. Британец так и едет. Он сейчас так хоп и сверху на меня выпрыгнет. Или он вообще вышел с боя, что ли? Эти немцы столько много говорят, это вообще. А! Я его на гусеницу посадил, да? Не? Фух! Нет! Умри, батчат, умри! Он меня поджёг! Сейчас я помогу. Да сейчас я ему дам. Стой там, стой там! Давай, эпик! Пдж! Мы покарали его. Боже, ну да, ушел. Они вообще так много разговаривают. И я его даже не убил, его убил кто-то другой. Ого, я настрелял! 106 тысяч нафармил. Че огонь, а почему? А по моему засвету дамага немерено, наверное, ушло. Да не, не очень так уж и много. Боевые задачи. А, да. А я уж надеялся, что так нагнул сильно, что аж, боже ж мой. Так, чё тут? Если бы эти не барабаны, ну да. Так, что у нас там? Ну давайте последний бой. Надеюсь, кто-то попадет и убьет. Так, давайте, знаете, как... Кто-то уже злится. Да. Ну извините, братюни, я не хотел. Это все сервер. Так, а возьму я, наверное, вот такой вот. Не, не хочу. Блин. Возьму я объекта своего. Че, не, не возьму. Блин. Ну, Е50, в общем, давай. Строковые. У меня лагов нет. Да, пинг более-менее. Утром больше было намного. Так, ну 10 уровень. Ой. 10 уровень. Так, ну стрим отлично, дропов нету, очень приятно. Хоть говорят на YouTube, как стримишь, там проблемы какие-то возникают. Проблем пока что, слава богу, нет никаких. Так. Сейчас. Секунду. Так. Ну, давайте сейчас отсчет делаем.
Пошли. А чего вы 140-го взяли? Почему? Обоснуйте. А что-то захотелось. Хороший танчик. Пообкатывать надо неплохо его. Так, и смотрим, что у нас там. Попал, не попал кто-нибудь. Ну, сейчас подождем, пока в чате напишет. Ну... Те плюсики. Сейчас так, 29 плюсиков. И все. Да. И сразу закарают. Да, да. Тупо задавят. Похоже, нету никого. Никто не попал. Ну, голда останется зато. Ну, это, конечно, плохо, что никто не попал. Голды, конечно, немного, но все же. Мне бы, например, было бы приятно там поучаствовать в каком-то ивенте и там получить небольшую, ну хоть, так сказать, презентацию. Ну, приятно все равно. Да. 300 голды, ну, там место в ангаре взял, там еще что-нибудь. Всегда да, что-то... казарму расширил, например. Ничего, возможно, в скором времени будет больше. То есть по 1000, по 1500 даже. Британская арта карает. Ох, только что, блин, накинула чуваку. 1500 вот. ВЗшки 120. Вот тот, что осталось от него. Да, обрубок один остался. Да, да. А он косой, походу. Я напугал леопарда, что ли? Давайте давите это бумажное. Подобие танка, который я не пробиваю голдой. Ну, конечно, угол бешеный был, наверное. А на гусеницу, наверное, не посадить его никак. Нет. А ФВшка еще жива, да? Конечно. Дамаг скачет вообще, пушка точно радует это. Ой, не пробил, как так? Блин, вот закрыл ты 54-ку, я встал, думал, сейчас проедешь стрельно. Встал, называется. А что, тебе накинули, да? Да, меня снесли. Объект. Увидел, снял. Прямо в боевую кладку? Под конец в боевую кладочку. Блин, у меня умер этот. О, у меня шептичка есть. Хах! Немец какой у меня веселый. О, нужно сваливать как бы. Где тут моя кнопочка веселая?
А, мы все тут шотные. О, все. Красиво его. Убрали. 268, наверное, где-то на базе висит. Да, он оттуда накидывал. Не, очень хороший танчик. Мне даже больше понравился, чем 8 уровня. Это низкая корыца. С его броней, с его пушкой. Ультраточной. Ого, блин, быстро он. А. Спел урвать. Так, ну, отыграли нормально. Минус 116 тысяч. Хорошо. Так, ну, будем заканчивать. Как бы сейчас. Так, тут порядки, тут порядки. Ну все, всем спасибо, кто смотрел, кто попал в бой. К сожалению, вы меня не убили. Это плохо, конечно, но не расстраивайтесь. Такой стрим будет очень-очень скоро, и там будет намного больше голды, чем сейчас разыгрываться. То есть народу будет больше, и у вас будет больше шансов. Если не ошибаюсь, этот стрим будет на основе. То есть там будет легче убить. То есть такого олового раша не будет, как всегда. На стримах это бывает и на тестах. Итак, я с вами прощаюсь. Мои друзья тоже сейчас должны с вами попрощаться. Всем пока. Всем пока, до следующих стримов. Вот так вот, друзья. Ну, спасибо, что смотрели. Спасибо, что участвовали. До свидания.